Так, ну что ж, дорогие друзья, продолжим, наверное, наши эксперименты. Так, теперь нам надо закрыть вот эту часть. Вот эту вот часть нам надо закрыть. То есть, как бы ее надо потянуть сюда, да? Но лучше не так это сделать. Лучше взять вот эту точку, ну-ка, вот эту. Подвинуть ее сюда. Далее. Сказать, что это F, и выделить вот эти вот три, четыре, вернее, точки, и сказать F. Вот так, да, это отлично. И теперь покончить с этим треугольником. Эх, терпеть не могу. Они всю жизнь портят меня. Так, вот так. Далее. Перейдем в полигон. Берем вот эти. Фейс. Удалим. А в точках соединим вот это с этим. Так, так, так. Зажимаем. То бишь Shift. Выделяем. Говорим F. Все прекрасно. Кстати, я не сказал, как я выделил эту точку. Значит, я просто взял, нажал Y и G. И вот пошел. Видите? Все. Так, это мы выделили. У нас все хорошо, красиво идет. Ну, теперь надо приступать к дальнейшему проведению экспериментам. Ну, давайте посмотрим, как это будет делаться. Встанем правильно. Вот так. Ну, и здесь я, в общем-то, могу... Я теперь вот это ребро и вот это ребро, и став в эту позу, потянуть. Нет, Е. Вот так. Но я вижу, что вот тут у меня, кстати, небольшой косячок. Не то, что косячок. А мне надо это опустить. Жи. Сюда. И сюда. Ну, кстати, интересно, откуда здесь 2 взялось. М. Центр. Вот так. Сразу исправили. Вот так пока что. Так, как я сказал, мы берем вот это. Смотрим сбоку и отодвигаем Е вниз.
Ну и тут сразу возникает как бы вопрос, который не вопрос. Двигаем G вот сюда. И чтобы у нас все сошлось, нам необходимо вот эти две точки. Видите, она убежала куда-то. Вот так вывести. Да, из себя можно вывести. Подвести сюда. Потом выделите эту точку и сказать М и в центр. Опля, нет, не в центр. Не надо. Нам надо вот эти две точки, а соединились очень многие. М в центр. Все. Вот теперь у нас соединена эта штука, и мы можем двигаться дальше, по сути дела. Смотрим сверху. Нет, сначала мы потянем. Вот отсюда, допустим, вытянем. Посмотрим сверху. Видим, что нам придется это выдвигать. Вот сюда. Интересно, как он это решает проблему? Сейчас я пойду посмотрю, ребята. Подождите, приду. Как бы да, все правильно, вроде бы, как я соединяю, тут это верно все. Вот в этом случае, допустим, как к первой присоединить, да? Ну, все время забываю выключить другие точки. Не Е. Нет, не Е. Первой точке присоединить. Вот так у меня все получается. Неплохо получается, но нам нужно будет еще и поработать в плане подгонки материала. Так, сюда, сюда, это сюда. Можем прозрачно сделать, конечно. Так будет проще. Ну, точно по этой произвели, да? Отлично. Ну, это чуть-чуть еще подвинуть, вот это чуть-чуть. На этой позиции он просто тянет. И вот так он вытянул ее, допустим, да? Вот так. Теперь подогнал точки. Это сюда. Это сюда. А дальше, я думаю, вы уже догадались, да, что он сделал. Он взял вот это вот ребро. Сказал Ctrl-R. Посмотрите, сколько у нас. У нас должно быть 2, а у него 3 почему-то. Сейчас я посмотрю, почему у него 3. Так, это правильно, что у него 3. Видите, у нас тут одна без ребра получилась. Я очень тщательно сейчас слежу за этим, чтобы у меня не появилось потом этих косяков. Это и это, между ними F. Все. Вот теперь все правильно. Теперь мы можем делать дальше. Так, здесь сделали. Здесь мы делаем еще один. Ctrl-R-чик и двигаем его сюда.
А там уже все очень просто, правда? Мы просто тогда выделяем эти точки, говорим раз, два, три, 4F. Ну вот один из приемов, который я, в общем-то, был бы делал бы по-другому. То есть вы видели, что я соединял точки, но этот более простый и элегантен. А это значит, это ведет к хорошему результату. И когда у нас имеется вот такая штука, то вытаскивать ее одно удовольствие. Вот сюда. Ага. Так, ладно. На этом мы пока закончим. И встретимся с вами уже в следующем видео. Сегодня воскресенье, мне делать нечего, на улице дождь. Так что не удивляйтесь, что мы с вами будем сегодня целый день этим заниматься. Но если не надоест, не захочется мне отдохнуть, поспать там. Сладко. Ну все, давайте, пока.